Поехал на разведку. Раньше камеру не включал, потому что дорога была японская, то Ямато-канава. Вот заехал сюда. Тут такая горка, обрывик. Вот здесь столы стоят, так посидеть, отдохнуть. Неплохо. О, а там что? Сейчас посмотрим. Давно я тут не бывал. Что тут такое? Даже бумага есть. А здесь в лесу стоит туалет. Обалдеть. Все приличненько, чистенько. Куда деваться? Звезда в шоке. Да. Красиво здесь. Ого, там даже ручей текет. Воду можно набирать. Да тут все 33 удовольствия. Да. Вот там еще столы. Сейчас мы спустимся к ним. И потом нам на дорогу надо будет. Вот у нас те столы остались там. Сейчас мы идем к этим. Вот там еще. Красотища. Так. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас там. Так, поставлю велосипед. Вот, в общем, тут, о, такая. Можно пир целый делать. Дорожки. Там у меня велосипед. А те столы вон там, не знаю, видно, нет. Шикарно, шикарно. Ну, конечно, в лесу туалет увидеть я не ожидал. Еще есть туалетная бумага, там все дела. Обалдеть. Костер. Они вот тут завалили, все как положено. О, даже картошечка есть. Так, а дорога-то есть ли тут? Это вопрос. Ага. Пройдем ли? В общем, не надо вдоль речки идти. Ну что ж, посмотрели, будем двигаться дальше, ближе к цели.
Поехал разведать места, посмотреть, как речка, можно ли где половить рыбу. Вот такая тут дорога. Я был вот там наверху. Нам надо будет дальше идти. Ехать тут, конечно, проще пешком идти. Так, эта дорога куда-то не туда ведет. Мне надо туда, к речке. Ищу какой-нибудь брод. Посмотреть, какие омуты есть. А это совсем в другую сторону. Да. Сойти, что ли, или пройти еще немного по дороге. Посмотреть, может, она где повернет к реке. Как всегда, планируешь одно, оно все время пойдет. Не как запланируешь. Поэтому даже не знаю, когда вернусь домой. Может, к вечеру. А может, повернется дело так, что и к утру. Прошел там с той дороги, оказывается, у речки дорога, так она и осталась. Просто там не видно было, заросло. А так дорога так терпимая. Без дождей так нормально. Пойдем посмотрим, что там есть. Вот тут и песочек. Все не глина. Сколько деревьев повалило. Раньше Баклеек, верхоплавок плавал. Сейчас ничего. Ну, ладно. Смотрели. Выходим, поедем дальше. Вот сейчас на том повороте свернем, посмотрим, что у нас там. Да, забрался я в дебри. Тут, конечно, дождь пройдет, тут уже не дорога будет, а хрен знает что. Так. Сейчас тут глянем. Какой там сосничок. Здорово. О, там деревня виднеется. Наверное, это Выголово. Больше вроде ничего там такого не было.
Быстро я добрался. Что ж, надо посмотреть, как у нас речка там. Черемуха пахнет. Аж башка кружится от этого запаха. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Есть небольшой омуток, но мелковат. Так, надо мне где-то приземлиться, чайку попить. Перекур. Вот здесь я расположился перекурить. Сейчас у меня тут скоро чаек кипятится. Перекушу немножко. Жара у нас уже всю неделю не спадает. Это ужас. Сегодня просто вот так облачка, вот и решил поехать. А так 3 дня лежал, обгорел в прошлый раз. В палатке было жарко, а на улице солнышко жарило. Теперь облезаю, как ящерица. О, немножко ветерок, как хорошо-то, а? Красиво с высоты-то. Все равно река мелкая. Сейчас чайку попью, отдохну и поеду дальше. Ну вот, я готов ехать дальше. Так, время у нас 1:30. Месяц май, 1:30, а комары заели, ужас. Вообще уже весь чешусь. В тот раз обгорел, в этот раз комары добавили. Красота! Ну что ж, проедем туда дальше, посмотрим там с высоты как что. И если что, обратно может. Сейчас увидим, что да как. Наверное, дождик будет. Погода совсем испортилась. Ну ладно, как говорится, будет день и будет пища. Поехали дальше. Эх, птички поют замечательно. Вот оттуда я пришел. И вот туда я иду. Что ж, заглянем туда за поворот. Что там будет? А воздух-то какой! Обалденный! Так, что там? Сосновый посад. А там орленок.
Так ничего с него пока не сделали, видно. Тут санаторий отгрохали. Поехали. Ну, эту гору я не осилю. Надо слезать. Опа. Что ж. Ближе к дому. Ну, все. Сейчас отдохну. И до дома. Были, конечно, планы еще кое-куда заехать. Кое-что посмотреть. Но я не рассчитывал, что днем будет столько комарья. Я как-то и не думал про комаров-то. Они, возможно, заели полностью. Так что придется сократить немножечко поездочку. Фух. Опять духота. Стою аж весь в поту, прямо как из бани. Вообще невозможно. Парилка целая. Да, погодка. Завтра грозы, дожди обещают. Так что опять или жара у нас, или дожди. Другого не дано. Ну ладно, ближе к дому.